мапы. Максим Васильевич, хороший матч сегодня был, такому эмоциональному фоне и багато глядачів. Тому що ну, всі отримали задоволення. Ваше бачення цього поєдинку, наскільки ви задоволені цим матчем? Ну, во-первых, хочется сказать спасибо болельщикам за то, что создали такой фон, который не позволял опускать ему, несмотря там, на какую-то проблему в концовке. Вот, хочется сказать спасибо игрокам за то, что сегодня действительно играли на нужных, на правильных эмоциях, что и помогало нам сегодня играть, и за то, что до конца верили в то, что мы... То, что мы делаем, мы даже да, там, проигрывая 8 очков, за несколько минут буквально отыграли, это еще имели шанс как минимум сыграть этот матч ничью. Вот. Что касается игры и причин поражения, я думаю, что тут есть причины, которые есть на бумаге, и есть причины, которых на бумаге нет. Первый момент, то, что на бумаге мы пропустили 36 очков, которые зависели на 100% от нас. Это 19 очков после наших потерь и 17 очков после подбора на нашем щите. 36 очков, на которые не влияли ни судьи, ни противники, ни кто, кроме нас самих, кроме игроков, которые находились на площадке. Вот это вот, уберите 36 очков и посмотрите на результат. И второй момент, которого на бумаге нет, это эмоции. Не справились с эмоциями. Вот в тот момент, когда, и при том, знаете, эти эмоции захлебнули, когда наоборот мы повели в счете, и действительно игра была, скажем так, в наших руках, и там где-то несколько раз проиграли подбор, несколько раз получили фолы, и вот тут вот эмоции захлебнули. Вот. Поэтому я думаю, что, сделав правильные выводы, в Днепропетровске у нас в любом случае будет шанс. Первая половина этого матча закончилась, теперь вторая, будет Днепропетровске 5 февраля. Постараемся одержать победу с нужной разницей. Ну, с этой командой вы два матча уже играли, потом играли один дома, один на выезде. Вот дома вы сыграли адекватный поединок, на выезде очень много проиграли, не боитесь ли опять повторить то же самое? Ну, я думаю, что на выезде, опять-таки, там были и причины, почему мы так сыграли. Во-первых, Днепропетровск супер сыграл дома, тут честь ему хвала. Домашний поединок они отыграли просто отлично. Но были моменты, которые влияли на нас. Во-первых, мы за день до этого сыграли очень сложный, очень важный для нас в турнирной таблице поединок с Запорожьем. Там оставили очень много эмоций и оставили сил. Тут нужно сказать, что после того, как мы вернулись из Днепропетровска, пол команды просто слегло с гриппом. То есть ребята уже там были не в лучшем состоянии, и многие из них выходили на площадку уже приболевшим. Как бы я... Понятно, в Днепропетровске всегда было, есть и будет играть тяжело любой команде. Вот. Вы спрашиваете, не боимся ли мы? Нет, не боимся. Не боимся играть ни с одной командой этого чемпионата, ни дома, ни на выезде. Мы верим в том, что мы не показываем весь потенциал свой, который у нас есть. И вот исключив вот эти ошибки, о которых мы сказали, даже не надо ничего добавлять в игре. Просто убрать ошибки. Мы будем обыгрывать эти команды. Спасибо.